Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Ну что ж, мы с вами остановились на 9-й миссии. Поэтому не будем долго заставлять себя ждать и приступим немедленно проходить ее. Так, я смотрю, здесь у нас зомби с ведром на голове. Также у нас пираты и усиленные. Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой возьмем для начала, естественно, подсолнухи. Как пить дать, они нам здесь пригодятся. Возьмем с тобой дракончиков, да? Далее нам, наверное, понадобятся, во-первых, орехи, бумеранги, бонгчой. И, слушай, я не знаю, может быть, нам взять скорострелы или все-таки... Или все-таки кукурузу. Давай-ка я, наверное, возьму здесь кукурузу. Да? Вот таким вот образом. Ну что, поехали. Ну, естественно, начинаем мы с подсолнухов с наших. Если здесь будет у нас дорожка, они будут идти, то здесь, как всегда, будут перепрыгивать, брать нас на абордаж. Так что здесь мы с тобой будем выставлять орехи, ну и прочее. Так, давай сюда подсолнух. Выставляем кукурузу. Я, кстати, в первый раз узнал, что кукуруза действительно, ребята, бомбит маслом. Понимаешь? Маслом. Так, я сюда выставляю орех. Смотри, идет охламон. Идет охламон. Пока этот у нас стоит, нам нужно кого-то вот сюда поставить. А что мы с тобой можем поставить? Ближайшее, что мы с вами накопим, так это будет у нас кто? Кукуруза? Ха-ха, кто же еще? Орех мне нужен, друзья мои. Иначе он сейчас пробежит. Иначе он пробежит. Ага. Ты понял, что у нас тут происходит? Слушай, орехи — это очень хорошо, это очень классно. Тем более, когда у нас кукурузки все это дело контрят. Но не забывай, что вот здесь тоже нужно все это дело выставлять. Иначе нас будут здесь просто брать на абордаж. Так, дракончики. Слушай, ну в принципе, дракончики — это тоже очень хорошо. Они жарят довольно не кисло. И вы мне посоветовали, бери и говорите почаще. Хорошо, я прислушаюсь к вам. И будем брать почаще, ё-моё, ты посмотри. Ты посмотри, кто тут у нас припер, а? Да-да-да, именно пират. Не знаю, он что, справится с ним? Я вот, вот этого я тебе не скажу. Но если что, мы с тобой справляемся, причем довольно легко. Я думал, что он будет крепче. Но на самом деле он ватный оказался. И это хорошо, это хорошо. Орешек мы с тобой сюда поставим сейчас. Кстати, сколько у нас тут волн будет? Я не могу понять. Привык к первой части, да? Волны эти... А тут что-то я не вижу, действительно. А, вот, вот она, вот, ребята. Так, первая волна на подходе. Давай сюда, наверное, мы поставим с тобой бонгчо. Так, тихо, орех сюда выставляем. У нас небольшие проблемы, знаешь, с чем? То, что вот они пока тут будут стоять. Ох, дракончик там наяривает. Шарп драгон, да? Так, его увеличать правильно. Ох, смотри кто. Слушай, ну, одной кукурузы здесь, естественно, недостаточно. Одной, поэтому поставим две. И, блин, я боюсь, сейчас, ребята, они съедят этот орех, прорвутся, и будет плохо. Так что давай бомбчо сюда поставим. Он, по крайней мере, будет их наказывать здесь. У нас горшочек. Так, мы его взяли. Слушай-ка, давай-ка я, наверное, вот сюда еще поставлю одного дракончика. Потому что этот пират меня нервирует, на самом деле. Сидит, понимаешь, и жрет безнаказанно наш орех. А кто ему давал на это добро? Ты посмотри, что делает. Эй. Фух. Завалили. Давай-ка мы, наверное, сюда поставим бумеранг. У нас еще один листочек. Орех все-таки съели здесь, да? Ладно, хорошо. Сюда мы с тобой поставим, наверное, кукурузу. Смотри, как... Ой-ой-ой-ой-ой. Друзья мои. Ты смотри, что происходит. У меня же здесь... Оказывается, съели орех. Ну и ты сам понимаешь, что тут происходит. Так, где у меня лопата? Лопата. Лопата выкапываем здесь. Ставим бончо, пускай он здесь отбивается. Фух, и выставляем обратно орех. Потому что так дело не годится. Так, дело не годится. Так, мы сюда поставим, наверное, с тобой еще бумеранг. И знаешь что? Вот сюда нужно еще поставить бумеранг. И это будет вообще топчик на самом деле. И они уже тогда не смогут здесь пройти. Верно? Верно. Ну, пираты на самом деле ватные. Смотри, шарп дракона их очень хорошо жарит. И они быстренько-быстренько погибают. Вот это, конечно, меня немножко смущает. Давай еще один орешек поставим.
Подсолнухи, я думаю, что уже нам здесь не понадобится. Так, вот с этими сейчас мы расправимся и все. Я думаю, этот уровень будет у нас пройден. Да, на изи. По-другому и не скажешь. У нас даже очень много листочков с вами осталось, поэтому можно их потратить. Ну, я считаю, что все великолепно получилось. И мы с вами получаем то ли фасольку, то ли бобовый какой-то цветок. Сейчас мы с вами это все... Ага, хотел сказать, сейчас мы с вами почитаем все. Да, это у нас бобы. Это у нас бобы. Давай-ка мы с тобой зайдем, наверное, на нашу грядку. Посмотрим, что мы можем с тобой взять. Воу. Шикарно. Так, сажаем. Слушай, я, наверное, думаю, возьмем-ка мы с тобой, наверное... Что? А, ну все, взял. И возьму я, пожалуй... Ну вот, даже того же самого... Горохострела. Потому что у нас их много. Ну, две штуки точно было. Так, кукуруза, горохострел. Так, капелька. Так, давай-ка здесь, наверное, мы польем маленечко. Так, о, прилетела мушка. Мушка, пожалуйста, вот сюда вот, будь добра. Немножечко опыли, минус 30 минут. Ну что, я думаю, этого будет пока достаточно. Двух. Потом неизвестно, может быть, там пойдут слишком сложные уровни, и эти нам пригодятся. Так что пока их трогать не будем. И у нас 10 уровень. Я же как хотел, друзья мои. Я хотел вначале пройти первую часть. Ну что, берем с вами горохострела. Так, солнышки. Тут у нас будет бочка, поэтому возьмем с тобой шипы. Шарп дракона. Возьмем бомбочку. И последний, кто у нас с вами будет, это орех. Это будет орех. Ну что? Фух. Кстати, надо было фасольку, наверное, проверить эту, да? Ладно, пока без фасольки обойдемся. Ну что, приступим потихонечку. Ну, как обычно, начнем с подсолнухов. Подсолнухи — это наше все, это наше счастье. Потом не забываем, что здесь будут на абордаж. Да елки-палки. А, мы с тобой знаешь, что можем делать? Смотри. Погоди-ка, что такое? Они же, да, они вот так вот. Хоба! Блин, с одной стороны, я плохо сделал, что вот так вот. А знаешь почему? Потому что мы здесь не сможем с тобой поставить орех теперь. Зато мы с тобой сможем спокойно поставить драконов. Да, именно драконов. И они будут здесь очень себя хорошо проявлять. Взорвалось довольно неплохо. О, я сейчас тут могу все заминировать к ядрене фени. Ты прикинь, это будет круто. Это будет очень круто. Так, давай, давай, где, где мои солнышки родные? Вот они идут, падают, капают ко мне в ручки. Давай, дракончик, жарь его, блин. А сможешь ли ты его одолеть без ореха? Вот мне самому интересно, сможет или нет. Смог. Ты представляешь, он смог это сделать? Давай еще выбросим с тобой. Ой, как солидно. Сейчас они будут здесь взрываться, а мы с тобой будем здесь выставлять наших дракончиков. Слушай, я не знаю, стоит ли нам делать с вами второй ряд из подсолнухов. Наверное, все-таки нет. А вот шипы я, пожалуй, поставлю. Так, сюда я выставлю еще один орех. Значит, что у нас получается? Нужно, по идее, вот здесь вот уже орех выставлять. Пока такой возможности нету, будем ставить наших драконов. Сейчас везде с тобой все вот это драконами залепим. Драконами, лужайками, вот этими вот шипами. Заминируем все поле. Че мы теряем? Да ничего, пускай будет. Слушай, это прикольно на самом деле. Давай вот много-много. О, смотри, пера, сейчас прям на бомбу, смотри. Дуралей приземлится. Кул. Ну что ты, что ты, что ты тут хрумкаешь мне? Я могу сделать еще вот так, смотри. Опа. Сейчас взорвутся. Дыч, дыч здесь. А этот все-таки лопает. Кстати, вот здесь мы уже с тобой можем спокойно. Оу. А вот это вот нежданчик, я забыл совсем про них. На этих же ребятулик не действует, по-моему, да? Бомбочки, да-да-да, не действуют. Поэтому тут получается очень большая ерунда. Так, об этом не стоит забывать. Так что мне невыгодно здесь бомбочки, да? Все-таки надо выставлять орехи. Все-таки нужно выставлять орехи и
Наверное, горохострел. А, у нас же горохострел может сразу ультой бомбить. Я совсем про это и забыл. Что же, это нам пригодится? Опа, ореха здесь нету. Ёпрст, смотри. Орешки уже слопали. Ладно, давай дождемся. Вот, выпал. Что ты там ржешь, охламонище? Так, давай-ка мы с тобой, наверное, вот так вот сделаем. Опа, поджарка. Солидная причем поджарка. Ну, сюда выставляем еще дракона. И это у нас... А, последняя волна, все, ребята, расстраиваться не стоит, потому что победа будет здесь за нами. И причем я тебе скажу, на изи. На изи этот уровень у нас. Не могу сказать, что я бы не справился здесь без этих вот бомбочек или еще что-нибудь. Но все равно приятно, когда у тебя есть такая возможность сразу выставить растение с ультой. Да, например, это бомбочка, которую ты ставишь одну картошку, а из нее еще две вылетает. Это имба. Ну что же, не понял, это что, последний или что? Или мне нужно пушки эти уничтожить? Я не понял. В чем проблема-то? Погоди-ка. А ну-ка. Точно, ты представляешь, мне нужно было эти пушки уничтожить. Ха. М-м-м, денежка прилетела. Ну что, 9000 мы накопим с вами? Да. Прикольно. Что я там открыл? Непонятно пока. Ну, наверное, нам покажут. Так, я не знаю. Можно, в принципе, выйти на карту. И мы переходим с вами на 11 уровень. А что такое? Квест комплит. Ага, и что? Пиньята. Давай посмотрим, что ты нам дашь. Денег сколько? 500 золотых. Угу. Плюс фасолинка. Лужайка шипастая. И все. Да, ребята, и все. Так, здесь открыть Коканут Кэнон. Коканут, это, по-моему, это у нас вроде переводится как кокос. Кокосовая пушка. Хорошо, мы глянем с тобой. Вот она, по ходу дела, кокосовая пушка. Ну что, друзья мои, вперед из песней. Подожди-ка, мы с тобой взяли, по-моему, один горшочек, да? Выпадал. Даже не один, их тут несколько. Мы с тобой посадим их и польем. Пускай растут. И знаешь, что я, наверное, здесь возьму? Кукурузку. Да, я возьму кукурузку, чтобы у нас... Почему я не могу? А в чем проблема-то? Вот. Наверное, кукурузки пока будет нам достаточно. Ну что же, поехали. Я думаю, что также на изи мы сейчас пройдем с тобой уровень 11. А там уже будет какой-то, наверное, бонус. Мы с вами получим пушку кокосовую. Так, опять тот безумный Дэйв со своей супермашиной. Что-то он тут рассказал. И опять тут пират у нас. Ой, а что я должен сделать? 30 тысяч набить? Окей, мы с вами это уже, по-моему, делали, да? Бамс, тройное комбо. Бумс. Да что ты делаешь-то? Совсем не то я хотел. Давай, 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 лети, лети сюда. Опа, отлично. Слушай, а почему они так долго перезаряжаются? Вот объясни мне, пожалуйста, а? Почему вы так долго перезаряжаетесь? 5 комбо. 5х комбо, точнее, должно было быть. Но. Найс. Упс, хорошо здесь. Ай-яй-яй, немножко проворонил. Ладно, ничего страшного. Следующий отряд. У нас 8200 уже накоплено. Они, смотри, все летает. Кружат тут надо мной. Вот это, кстати, и будет у нас с вами кокосовая пушка. Ты посмотри, что они тут вытворяют. Летают, кружат. Хотят меня тут с панталыги сбить. Но им этого не удастся сделать, потому что я... На страже я бдю. Ну давай, сюда, наверное, звезданем. Так, что-то они тут все выстроились в ряд. Что-то они хотят сделать или это так просто? Ого. Ну-ка, осталось совсем немножко. Нам 30 тысяч нужно, да, было? 29 600 у меня. Что это за звук такой? Такое ощущение, как будто тут волна идет. Слушай, я уже набил 30 тысяч, даже 32. Ну и что дальше? Будет концовка или нет?
Давай, наверное, добьем. Это последние. Я понял, это последние у нас зомби. Осталось всего лишь два зомбаря. Иди отсюда. И этот улетел? Ага, все, я понял. Друзья мои, они просто здесь кружили, и нам нужно было набить определенное количество очков. И чем больше, тем, видимо, лучше для нас. Вот она, вот она. Кокосовая пушка. Не могу сказать, насколько она хороша именно в битве, потому что мы ее не тестили. Мы только бомбили летающих зомбарей. А как она в деле будет, это мы узнаем позже. Ну что, следующий уровень. На самом деле меня очень сильно раздражает вот эта вот реклама, которая практически все время после каждого уровня выскакивает. Так, что мы с тобой возьмем? Возьмем дракончика, возьмем кукурузу. У нас вот она. 400 стоит, ты представляешь, 400. Дорого. Я вот не знаю, может быть еще вот эти вот подсолнухи возьмем. И две ячейки у нас с тобой остаются. Так, здесь летающие есть, без ореха нам не обойтись. Плюс лужайка с шипами. Отлично. Слушай-ка, я, наверное, все-таки уберу вот этих вот и возьму сюда Бонгчо. Потому что он на самом деле красавчик. Когда он стоит за орешками, да? И бомбит просто налево и направо, раздавая люли. Это то, что нужно для меня и для нас в общем. Ну что же, приступаем. Здесь вот это вот будет, естественно, браться на абордаж. Поэтому будем выставлять с тобой защиту из орехов здесь. И также не забывай, что у нас кукурузка имеет ульту. То есть если я ее выставляю, она сразу будет выплевывать масло. Че, вот так вот сразу же, что ли? Вот так вот ты сразу идешь сюда, аглоед? На-ка. Лопушок. Ну что, съел? Ага. Еще один тут идет. Пройдоха. Давай, давай, масло ему в лицо, правильно? Это тебе не Resident Evil, да? Там елки. О, тихо. Роднуля, зелененький ты мой. Красотулька, мы тебя вот здесь, наверное, немножечко притормозим. Потому что я вижу, ты в колпачке, все дела, ты крепкий малый, но мне нужно тебя уничтожить. И выставляем с тобой, естественно, орехи, а также Бонгчо, который будет у нас здесь, если что, бомбить этих пиратов, которые, естественно, будут здесь выскакивать. А они уже выскакивают, как мы видим, уже выскакивают. Долго не заставили себя ждать. Тихо, подожди, а чё вас так много-то? Роднулечки, так спасибо за горшочек с медом. Шучу, конечно. Не с медом. Так, давай вот так мы сделаем, чтобы Бонгчо здесь будет хорошо себя проявлять. За орехом он очень крутой. Он очень сильный, мне нравится. Потому что орех еще надо прокусить, как говорится. А Бонгчо в этот момент будет наяривать, раздавать звездюльки. Опа! Вот этого не хватало только мне здесь. Мелкого. В воду упал. Об горох ударился и упал в воду. Ой, дуралей, а. Это очень хорошо. Так, эта пушка так и будет здесь до посинения? Опять в воду упал. Ну, дурило, что я могу тебе сказать. Давай сюда еще, наверное, орех с собой выставим. И также Бонгчо. Из-за... Ты смотри, что он себе позволяет. А ну-ка, шар-дракон. Давай-ка мы его немножко прожарим. До хрустящей корочки. Да, чтобы им было здесь неповадно. И, кстати, Бонгчо можно сюда тоже поставить. Он тоже будет здесь неплохо. Ух ты, смотри, они мелкие, они очень быстро едят орех. Мне это совсем не нравится. Мне это очень не нравится. Ты посмотри, куда он приземлился. Хорошо, что они ватные. Они ватные, то есть мы их очень быстро здесь разбираем. Так, погоди-ка, там у нас... Ёпрста, а чё так много-то вас? Может, успокойтесь, а? Ребятули, всем, как говорится, в лицо по маслу. Так, вот этот орех мне не нравится. Я его выкопаю, вот этот вот. Я его выкопаю, а сюда поставлю хороший, нормальный, чистый, новый. Где же у меня драконы? Вот они, драконы. Пускай они здесь стоят, жарят. И под ними мы еще поставим шипы. Так, отлично, отлично. Также я думаю, что вот сюда мы поставим, наверное, по кукурузке. Ой, зачем я сделал? Я забыл, ребят, что у нас кукуруза сразу... Опа. Ага, в воду упал, дурила.
Да, тут, кстати, не надо забывать, что надо шипы. Шипы выставлять. Желательно побольше. Не забываем про это. Слушай, может быть... Нет, все-таки я выставлять буду шипы. Хотел, думал, что-нибудь другое поставить, но... Шипы оптимально, тем более здесь еще и летающие. Если я сейчас вызову кукурузку, а ну-ка. Целый отряд летающих зомбарей, да, мы отправили просто на дно. Это прикольно. Но они не угомонятся, они не угомонятся. Их не отряды меня просто решили одолеть. А я буду их бомбить кукурузой. Ну что, съели початочки? Вот так-то будете знать свое место. Давай, наверное, еще одну кукурузку. Вот сюда я, если ее брошу. Опа, вот эти пушки меня нервируют, если честно. А, я могу еще бомбануть. Вот. Интересно, мы урон наносим вот этим вот, когда у нас вылетает супер масло, или же нет? Или мы просто как обездвиживаем врага? Вопрос очень интересный. Минус пушка. Одна пушка уничтожена, вторая. А, так это последние орлы. Сейчас, наверное, мы и третью с собой уничтожим, если я сделаю вот так вот. Слушай, круто. И мы с тобой получили какой-то кубок с лопатой. А что это нам дает? Кстати, ребята, вы мне давали вот перевод. Я пробовал его воткнуть в эту версию игры. Почему-то не пошло. Вроде все правильно делаю, как там было прописано, но... Не ставится, не действует. Ну что, давай, наверное, выйдем с тобой в огородик наш. И посмотрим, я могу сюда посадить. Так, а ты у меня что летаешь? Ты уже готов? Опыляй. Ну что, неплохо, минус 45 минут. Солидно, я даже сказал. Так, ну что, здесь все. Мы с тобой сделали, что могли. Квест комплит. Что же вот эта штука мне дает? Так, 25% солнца. То есть... Подожди, это получается, если я выкапываю растение, мне возвращает 25% от затраченного солнца, да? Ладно, поехали. 13 уровень у нас. Ой, ё-моё, я же не взял. Блин, я не взял, ребята. Что тут? Накопи 3000 солнца. Я же не взял этого. С огорода. Супер растение, чтобы мы могли с тобой бомбить. Блин, горелый. Вот это я лопухнулся. Ладно, хорошо, давай возьмем бонгчой. Возьмем, наверное, с тобой вот эти вот двойные подсолнухи. Ну, орех, естественно. Лужайку. Шарп-дракон. И кто нам тут понадобится-то еще? Так, бончу, если что-то прикроет. Хм. Бумеранг, что ли, взять? Или... Давай посмотрим, что у нас делает вот это вот. А, подожди, нам 3000 нужно накопить, поэтому траты не особо нам здесь нужны. Так что давай, наверное, возьмем простой подсолнух. Поехали. Начнем потихонечку, да? Начнем потихонечку. Так... Солнышко, конечно же, возьмем. Мы, если накопим очень много денег, мы сразу с тобой вот эти вот будем выкапывать обычные подсолнухи и ставить двойные. Уже прет, а? Давай-ка мы с тобой, наверное, вот так вот. Шарп-дракон здесь у нас будет стоять. Плюс мы сразу с тобой сделаем защиту из ореха. Слушай, ну на самом деле здесь надо было ставить бонг-чой все-таки лучше, да? А не дракона. Хотя дракон сразу три дорожки бомбит. Ладно, что сделали, то сделали. Ну что, просто он как бы бомбит. Он пошустрее, побыстрее. И как-то, не знаю, мне кажется, поэффективнее, что ли. Так, прикрываем здесь дорогу. Кстати, вот здесь тоже нужно как можно быстрее перекрыть все это дело. Потому что эти пиратики могут в любую секунду прибежать. Выставляем двойной подсолнух. Он, по идее, должен нам давать сразу два солнца больших. Так ведь? И вот сюда вот будем с тобой ставить уже орехи. Подсолнухи. Вы что, там уснули, что ли? Где солнышки ваши? Вот, отлично. То, что нужно.
То, что нужно. Так, это что у нас? Пират. Я не помню, что он делает, друзья мои. Вот этот пират. Он с попугаем, да? Попугай, по-моему, что-то там тырит у нас. Он хочет орех, что ли? Да-да-да. Он у меня стырил орех. Прямо из-под носа. Ты понял? Какой жучара. Еще летит. Слушай, а... мы его разве не можем подбить? По идее, должны же как-то его так. Ну что ты идешь-то тут на расслабоне? Попугай, ты че? Блин, взял опять орех, стырил у меня, а? Ну что ж ты будешь делать? Тырит орехи и все. Причем, когда этот олух идет, да, пират, мы его не можем забомбить. Знаешь, почему не можем? Потому что он вдалеке, а у нас дальнобойных нету здесь. У нас в основном дракончики и бонгчой. Можем, конечно, поставить вот эти... Ох, ёп, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, роднули, тихо, я тебе говорю, роднулечка, стой. Бамс, голова только отлетела. Вот так вот, немножко зазеваешься и все, пиши пропало. Так что не даем слабины, давай выставляем еще один подсолнух с тобой двойной. Так, сюда нужно нам обязательно с тобой поставить орешек. Волна, друзья мои, готовимся к волне. Сейчас у нас тут побегут... орлы. Вот сюда вот орех. Пока все хорошо, все стабильно. Не переживаем. Так, мне нужно... вот этот ряд я буду делать чисто из двойных подсолнухов. Как же я обожаю вот эту лужайку, да? Они ничего не могут делать. А вот если выйдет этот здоровяк, здоровый самый зомби, он может это все уничтожать. А, опять идет пират. Мы пирата можем с тобой вот так, наверное, на шипах подлавливать, да? Чем быстрее он отдуплится... Ага, все-таки попугая можно убить. И это очень хорошо делает бонгчой. Все, я понял. Я все прекрасно понял. И это меня вполне устраивает. Так, давай лужачку выставим. Подсолнушки. Сколько у нас? Что, всего 200, что ли, ё-моё? Ну да, а нам нужно 3000. А мы, знаешь, что можем с тобой делать? Вот так вот. Прикинь. Опачки, не кисло, да? Не кисло, не кисло, я тебе скажу. Ты смотри, что делал, а? Ну, чучмек, стырил у меня все-таки. Прямо из-под носа ворует. Давай дракончиков сюда побольше поставим, чтобы наказывать этого. Вон он, попугай, сидит на шапке-то, понимаешь ли. Расслабляется. Дракончика. Так, подсолнушки. Слушай, я обещал, по-моему, вот эти вот подсолнухи выкопать, да, и ставить уже здесь, на самом деле, большие. Большие. Вот эти вот двойные. Так, у нас с тобой очень много листочков, поэтому мы можем вот так себе позволить. Ну смотри, уже 2000 подсолнухов мы с тобой набрали. То есть у нас еще два листочка с тобой, да? Вот так вот мы с тобой это все применяем. И все, ребят, уровень прошли. 3000 должен был насобирать, но почему-то не насобирал. Видимо, не получил какой-то бонус специальный. Ну и ладно, фиг с ним. А нет, смотри-ка, все сделали. А, это надо было в общей сложности собрать 3000 солнышек. В общей сложности. То есть, и которые у тебя были в копилке, и которые ты уже потратил. Все, я понял. Ну что, у нас опять тут Дэйв безумный. Что-то тут словечком... перетерли. 14-й день. Кстати, у нас 2 недели уже прошло, как зомби нас с моря атакуют, да? С этого причала. И что же? Что тут у нас такое? Летающие зомби будут с бочками. Соответственно, мы с тобой берем шипастую лужайку, берем шарп дракон, также возьмем орешек, бонгчой. В общем, все по стандарту. Все по стандарту. Здесь мы с тобой можем еще взять кукурузку. И, наверное, я хочу испробовать фасольку. Нет, фасольку я не буду брать. Знаешь почему? Потому что фасолька, по-моему, должна вблизи активироваться. Давай возьмем, наверное, с тобой... Подожди-ка, я не понял. А мне не дадут здесь подсолнухи? А, погоди-ка секунду. Это, случайно, не та ли миссия, где я должен за 2000 расставить... приоритеты? Ха. Слушай, по-моему, так оно и будет. Да иди ты в пень. Чего вот так вот сразу-то? Хорошо. Вы сами напросились. Блин, мы сможем хоть побить их?
Да елки ты палки. Давай, 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 да. По-моему, у нас тут, ребята, большущие проблемы, да? Выставляем сюда. Так, лужайки. Лужайки нам для чего? Для того, чтобы уничтожать вот это вот шифпотреб весь. А ну-ка, если я вот так вот сделаю. Шикарно. Великолепно, я бы даже сказал бы. Так, орехи. Выставляем с тобой вот сюда. Смотри, прут и прут, прут и прут. И нет на них управы никакой. Ты посмотри, мелкие эти ушлепки. Так, попугай. Попугай у нас сейчас стырит, да? Тут орех украли. Блин, горелый. Давай, давай, жарим. Ну, как-то вот так вот. Почему с этим не разобрались? Все, друзья мои, у меня закончились, я тебе скажу, финансы. И как видишь, тут всего очень много еще. И как же я здесь должен был справиться? Наверное, здесь надо было выставлять вот этих вот дракончиков как можно больше. Возможно, так. Ну, хорошо. Я посмотрю, докуда мы с вами дойдем. Потому что, ну, денег, как ты понимаешь, мне не дают. Точнее, не денег, а солнечной энергии. Врагов тут меньше не становится. Но в данный момент, вот то, что мы с вами сейчас делаем, да, смотри. Смотри, давит, в наглую давит, раздавил. Ну, я не знаю, друзья мои. Я даже не знаю, что сделать. Тратить деньги я не хочу, на самом деле. Вот не хочу, и все. Ну, давай посмотрим, что тут у нас получится. Раздавили, да? Ага, а на этой стороне пойдут зомби. То есть я, наверное, здесь уже не смогу выиграть. Ладно, давай посмотрим до конца. Может быть, все-таки у нас что-нибудь да получится. Если что, вот этих вот я попробую сдуть. Но, судя по тому, сколько их здесь идет. Во всем виноват этот чертов пират. Он своими попугаями нам очень много сделал бед. И надо было мне, скорее всего, на грядке взять. Да, давай мы с тобой переиграем. Мы с тобой переиграем, потому что, ну, это, ребят, ну, это бред полный. Рестарт. То есть, мне дадут сейчас на огород сходить? Взять растение, которое будет применяться с ультой, или нет? Нет, не дают. Ну что ж, давай тогда мы с тобой сделаем аккуратнее. Так, поменяем. Поменяем. Значит, шипы нам пригодятся, да? Они будут разносить бочки. Так, кукуруза. Не знаю, может быть, бумеранг убрать, а вместо них кого поставить мы можем? Фасольку. Орехи потырят у нас, ведь 100%, да? Кукуруза. Хм. Я даже и не знаю, что мне тут лучше сделать. Скорострела давай, наверное, поставим. Все-таки возьмем. Ну что, ребят, рискуем еще разок. Попытка номер два. Попытка номер два. И с чего начнем? Начнем, наверное, мы с тобой с драконов, да? Поехали. Поставим с тобой вот так драконов. Они будут как раз здесь контрить. Также мы выставляем с тобой наших стрелков. Горохострелы. Так, если я сюда поставлю и вот сюда. Ну что, попробуем, друзья мои. Я не уверен, конечно, что у нас получится что-то. Но, как говорится, попытка не пытка. Так, стреляет. Все пока хорошо. Единственное, конечно, меня вот эти вот напрягают. Мне кажется, здесь придется все-таки потратить нам немножко денег. Как бы я не хотел, но мне кажется, что придется. И это вот, вот именно вот так вот все это будет проявляться. Вот таким вот образом. Что у нас есть? 50 монет. Что мне дадут 50 монет? Ровным счетом ничего. Так ведь? Так ведь? Так что давай пока будем просто отстреливаться. Этих мы, если что, сможем с тобой сдуть. Сможем сдуть. Не хотелось бы сейчас просто-напросто кого-нибудь потерять. Сейчас еще эти выпрыгнут отсюда. Ё-моё, как-то не вовремя все. Ладно, применяем, ребят. Так уж и быть. Сдуваем эту всю шелупень отсюда. Слушай, ну бочка на самом деле крепкая.
Ты посмотри, сколько по ней нужно бомбить, чтобы ее уничтожить. И попугаи летят. Но не долетают, слава богу, это хорошо. Слушай, сейчас будет супер волна последняя. Мы с тобой потратили, считай, 2000 монет. Ну, я считаю, что это нормально. 2000 монет, это хорошо. Мы еще с тобой, наверное, тысяченку потратим. 950 монет. Ну, ты посмотри, что происходит просто. Просто посмотри. Люто, люто, конечно, тут все идет. Поэтому сдуваем. Вот так вот я это все сделаю. Остальных, я думаю, мы с вами добьем уже сами. Ну, ничего не поделаешь. Понимаешь, вот эти вот уровни с ограниченными, как говорится, возможностями. Вот приходится тратить деньги. Зато мне дали 3 стрела. 3 стрела. И стоит он 300 солнц. Отлично. Стреляет по 3 линиям. Давай-ка мы с тобой выйдем, наверное, на карту. Ну что, друзья, давайте еще одну миссиечку с вами пройдем на дорожку, да, и будем, наверное, закругляться. Это будет у нас 15-я миссия. Хотя хотелось бы, конечно, до пиньяты как-то добраться. Но, видимо, уже в другой серии. Так, что у нас тут? Ага, мы заработали пиньяту. Давай-ка глянем. 500 золотых. 3 стрел. И что это? Я так и не понял. И кокосовая пушка. Все? Все, ребята. А нет, смотри-ка, еще одна пиньета. И что же тут? Сколько? 500, да? По стандарту. Еще 3 карточки на пушку. И фасолинка. Фасолинка у нас тоже 3. Ну вот теперь, по-моему, действительно все, да, ребята? Угу. Тут у нас очень много ивентов. Ну как много? Достаточно, кстати. Ну, я думаю, что мы с тобой возьмем сейчас все-таки какой-нибудь цветочек. И это будет у нас, знаешь кто? Это будет у нас, скорее всего, бумеранг. Да, я возьму бумеранг с собой. Ну ты будешь браться-то, елки-палки, а? Выкаблучиваются мне. Все. А ты что летаешь? Давай работай, иди. Летает он, прохлаждается мне. Минус 45 минут от времени. Ну что же, мы с тобой взяли бумеранг. И я думаю, что теперь мы с тобой пробежимся просто-напросто, сломя голову, через этот уровень. Ё-моё, знаешь, что это означает? Это такая миссия, где мы не должны позволять давить вот эти цветочки. Понимаешь, не позволять им раздавить эти цветы. Значит, мы с тобой сделаем так. Будет у нас, значит, орех прикрывать, да, территорию. Бон что будет бомбить. Естественно, мы с тобой возьмем, наверное, сюда шарп-дракон. Где он у меня? Вот, шарп-дракон. Не знаю, стоит ли мне брать здесь 3 стрела. Вот незадача, а? Вот незадача. Наверное, все-таки я возьму здесь 3 стрела и возьму кукурузу. Вот таким вот образом. Поехали, друзья мои. Что? Что такое? Подожди-ка. Что я не взял? А, ну правильно, правильно. Хорошо, что мне подсказали. Типа, Рэй, ты собрался идти на поле боя без подсолнухов? Ты отчаянный мужик. На самом деле. Чуть было не сглупил. Ну что, давай выставлять подсолнухи в первую очередь. Короче, сделаем с тобой по стандарту. Здесь будем выставлять орех, бончо, орех, бончо. Вот таким вот макаром мы должны, по крайней мере, вот здесь вот всю эту защиту себе обеспечить. Вот так вот. Ну и орех, конечно же, орех, без них никуда. Подожди, я тут трачу на все, мне нужны подсолнухи. Мне нужны подсолнухи. И нельзя позволить, чтобы они их раздавили, эти цветочки. Или раздавили, или зашли за них, что-то в этом роде. Но, по-моему, все-таки не разрешать им давить наши цветочки. Так, давай-ка мы с тобой, наверное... Ага, вижу. Вижу охламона пирата. Ползет. Также не забывай, что у нас есть бумеранг, который может применяться сразу с ультой. Давай, иди сюда, охламон. Мы тебя сейчас быстренько разберем здесь на составляющие. На бандану, да? И на ботинки. Все, ряд подсолнухов у нас с вами готов. Я думаю, что здесь нужно, наверное, 2 рядка. Хотя, под вопросом.
Под большим вопросом. Так, орешек. Орешек выставили. Вон чё. Пока все тип-топ. Блин, такой соблазн поставить, ребята, в два рядка здесь вот эти вот подсолнухи. Наверное, мы так с тобой и сделаем. Мы с тобой так и сделаем, потому что мне еще надо вот так вот сделать. О, спасибо. Листочек мне здесь как раз пригодится. Кстати, здесь будет две волны. Две волны зомбарей, так что не расслабляемся. Давай, наверное, сюда еще поставим с тобой подсолнух. Сейчас мы увидим. Если тут будут пушки, это будет плохо. Ну, если они вылезут. Если же их не будет, будет все хорошо. Ага, ага. Смотри, что происходит. Я сюда не успел, да, ребята, поставить орех. А сможет ли у меня Бонг-Чо справиться здесь? Справляется. Слава богу, эти пираты, они слабые. Они слабые, а мы с тобой выставляем наших шарп-драконов. Слушай, мы можем с тобой вот здесь вот выставить шарп-драконов, а сюда поставить, например, нашего бумеранга. Да? Как варик. Тут все у нас прикрыто с тобой, все у нас здесь великолепно. Высаживаем последний подсолнух, я думаю, да? И все. А дальше что с тобой делаем? Просто берем и высаживаем везде по периметру вот эти вот драконы. Кстати, подожди, вот здесь немножко неправильно у меня сделано. Вот это вот Бонг-Чо мы отсюда выкопаем. Видишь, да? Вот нам солнышко возвращает. О, три стрел. Ну да, а почему бы не воспользоваться? Конечно, это хороший вариант. Тихо. Не надо буянить. Ну-ка, сожги их там всех к ядрене фени. Чтоб знали свое место. А то пришли тут мне, понимаешь ли. Деловые. Деловые огурцы. Ну, первую волну мы с тобой пережили. Причем очень хорошо. Вот этот орешек немножко потрепанный. Может его выкопать, пока есть такая возможность. Давай выкопаем, наверное, и поставим сюда цельный. Вот так вот. Ух, шикарно. Прям вот смотрю и не налюбуюсь. Ага, здесь смотри. Здесь пушка. Здесь пушка, и это мне дают намек такой. Рэй, почему бы тебе не поставить сюда, например, три стрела? Да-да-да, именно три стрела, которые может будет бомбить по этим пушкам. Оптимально, я считаю, да? Просто вообще кул. Ну что, что у партизана? Интересно, а как у нас три стрел бомбит? Он, по-моему, если я не ошибаюсь, вот так вот делает. Воу, мне нравится. Такая круговая подача, да? Огня. Точнее, даже не огня, а гороха. Круговая подача гороха. Ну что вы там прете? Я же вас сейчас всех тут зажарю. Давай, давай, шар-дракон. Огоньком там всех. Вот, видишь, что происходит? И так будет с каждым, кто нас ослушается. Еще один листочек. Слушай, ну поначалу, конечно, здесь все легко и просто. Но это поначалу. Бамс, все сгорели. Ну, остается только вот эти вот пушки нам уничтожить. Единственное, что вот эту мы с тобой не можем уничтожить. Почему? Потому что нет у нас дальника. А вот теперь будет. Я даже не воспользовался, ребята, нашим бумерангом, к сожалению. Зря я его, конечно, взял на эту миссию. Но я-то думал, что здесь будет совсем по-другому. Тяжело, так сказать. Но на самом деле, видишь, все довольно легко получилось. И мы с тобой прошли этот превосходный и красивый уровень. Так, а что? Что надо сделать? Подожди, а почему игра не заканчивается? Все, я уж думал, блин, зависло что-нибудь там. Слава богу, все хорошо у нас получилось. Так, зарабатываем с вами денежку немножко. Так, 40 семян. Коллекция какая-то. Открыто Spike Rock. Острый камень. Ну-ка, давай-ка мы с тобой выйдем. Я хочу заглянуть вот сюда, посмотреть. Сажаем. Ух ты. Три стрел. Будет у нас с ультой. Ну что, вроде бы здесь пока и все. Друзья мои, ну давайте, наверное, глянем с вами на карту. Хотел сказать, уже контурную карту. Блин, ну вот соблазн есть получить
получить вот эту вот пиньяту. Ладно, хорошо, уговорили. Уговорили вы меня, все, пойдем за пиньятой. А вдруг там что-нибудь там хорошее выпадет. Опачки. Так, защити, говорит, растения вот эти вот, два. Слушай, так, блин, если бы я знал, что защитить, я бы, конечно, бы пошел бы сейчас туда, на огород, и взял бы. А я ведь могу, да, воспользоваться, вот прямо сейчас. Я могу воспользоваться, и я возьму, знаешь что? Я возьму, пожалуй-ка, может, орех взять? Давай я возьму, наверное, орех. Да ты будешь браться-то или нет, а? Орех возьмем и, наверное, дракончика. Вот, вот двумя ими. Горох и дракончик. Вдвоем они тут сейчас натворят дел. Я надеюсь, что эти фасольники у нас все-таки будут спасены. Так, выбираем с тобой, значит. Ага, все нам показали. И давай. Так, значит, берем орех и дракон. Дальше, бончо. Слушай, нам пригодятся лужайки с шипами. Наверное, три стрела нужно взять на всякий-всякий пожарный случай. И подсолнухи. Вот так. Норм, норм, ребят. Главное, не сфейлиться. Остальное как-нибудь переживем. Давай энергию. В общем, сюда, даже вот сюда, наверное, мы с тобой будем в два ряда делать орехи. Орехи у нас, слава богу, будут бронированные, защищенные. Вот так они у нас появляются. Не помню, защита, по-моему, идет на время, да? Потом она заканчивается, вроде бы так. И сюда мы с тобой поставим бонг чё. Ну давай, давай, давай. Эй, роднули. Блин, да что за фигня-то? Вот. И сюда тоже поставим с тобой шипастую лужайку. Пускай он будет стоять на ней и, соответственно, терять свое здоровье. Так, еще идут охламоны. Нужно сюда, ребята, как можно быстрее поставить бунчо. Двоих. Да-да-да, двоих. Что, пират тут еще? Ах, как же не вовремя. Давай, защищай. Так, что у нас дальше? Лужайки, это все понятно. А если я так сделаю? Далеко ли ты, парнишка, собрался-то? Пускай пока здесь мучается. Слушай, у нас действительно проблема с солнцем. Большая проблема. Ты смотри, что происходит. Оу. Так, секунду. Блин, я не успеваю, ты понимаешь? Блин. Давай вот так с собой сделаем. Ху. Изи. Так, здесь поставим шипы. Что тут у нас дальше? Блин, орех, ребята. Орех практически раскромсали. Ты это сам прекрасно видишь, да? Там один дракон бедный отбивается. Еще разок ставим, чтобы не было им, как говорится, здесь слабины. Выставляем сюда ульту. Также бомбим. Просто я перепужался, поэтому всего тут наделал, ну, как можно быстрее, как можно больше. Орехи, конечно, жалко, у меня здесь покромсаны чуть-чуть. Я думаю, что, наверное, надо будет их выкопать в ближайшее время и поставить. А, все! Елки-то палки. Я тут уже стратегию разрабатываю. Ну что же, отлично, отлично. Прошли мы с тобой этот уровень замечательный. И у нас открывается спайк-рок. Давай глянем, что это за спайк-рок. Так, сколько? Соточка, маловато. Да ладно, нам вишенки. Вишенки-бомбы достаются. Так, шарп-дракон. Блин, ну чтобы прокачать его до следующего уровня, конечно, там очень много нужно чего. Фух, я, если честно, ребят, доволен. Как удав. Ну что же, на этой ноте, пожалуй, мы с тобой завершим эту серию. Надеюсь, тебе понравилось. Увидимся в ближайшее время и продолжим проходить эту игру. Ну а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.